Материнский капитал подрастает. С 1 января 2015 года его размер составит 453 026 рублей. Для владельцев сертификата, которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы также будет увеличен. Таким образом, с 2007 года прирост материнского капитала составил почти 45%. Ежегодная индексация позволяет уберечь его от инфляции. Владельцы сертификата могут направить его средства на улучшение жилищных условий, образование детей и на увеличение накопительной части пенсии матери. Недавно Дмитрий Медведев дал поручение рассмотреть вопрос о возможности приобретения транспортных средств за счет материнского капитала. Срок исполнения поручения установлен до 12 февраля 2015 года. По закону, ребенок, с появлением которого у семьи возникает право на получение материнского капитала, должен быть рожден или усыновлен до декабря 2016 года. При этом получение сертификата и распоряжение средствами материнского капитала временем не ограничены.